Компания BBC Trade, официальный дистрибьютор корейских видеорегистраторов Blackview, отметила 10 лет присутствия бренда в России. За это время продукция автомобилистам полюбилась, что подтверждается результатами продаж. А весь секрет в уникальности и широких взглядах. Мы компания инновационная, мы уже много лет делаем то, чего не делают другие. В частности, мы уходим от такового понятия видеорегистратор, мы говорим про именно систему видеоконтроля. Почему? И как раз из-за расширенного функционала. То есть мы говорим не просто о фиксации движения, мы говорим о фиксации, в принципе, событий, которые происходят с автомобилем 24/7. Blackview – бренд премиальный, а выражается это как в соответствующем сервисе, так и в самих устройствах, их надежности, качестве изображения и богатом функционале. Их используют совершенно для разного. Это и спорт, и путешествия, и просто записи с нашими обычными технологиями. Можно контролировать свой автомобиль вообще удаленно. То есть через приложение подключиться, посмотреть, где он едет, что происходит в салоне. В общем, очень много разных свойств, очень много разных преимуществ. И поэтому мы и есть премиальные видеорегистраторы. Несмотря на премиальность, линейка Blackview включает и вполне доступные модели. Базовой считается серия 590. Она гарантирует отличное изображение благодаря частоте 60 кадров в секунду. За ней идет линейка 590X с модулем Wi-Fi и системой контроля питания. Старшие модели 750 предлагают встроенный GPS и дистанционный доступ к устройству, а топовая серия 900 – разрешение 4K и высокоскоростной Wi-Fi. Все наши регистраторы поддерживают двухлетнюю гарантию. Плюс к этому у нас есть, соответственно, наш сервисный центр, который обслуживает всю Россию. Если это гарантийная история, мы забираем сами регистратор, это наша политика. То есть мы самостоятельно забираем регистратор, производим, соответственно, его диагностику. Если действительно какая-то проблема, все это устраняется и отправляется клиенту. Сейчас Blackview готовит обновление своей линейки, модернизацию текущих устройств и запуск совершенно нового. У нас на подходе обновление наших основных линеек. Они будут еще быстрее, еще лучше из доработанной ночной съемкой. У нас едет трехканальное решение. Это тоже абсолютно уникальная вещь при всем нашем премиальном качестве, при наших характеристиках. Будет три точки, которые можно снимать. Это снаружи, сзади и в салоне. Аналоги трехканального устройства на рынке есть, но они не могут похвастать тем же качеством или функционалом. А все подробности раскроют позже, после сертификации и тестовых испытаний.